Хей-хей, друзья! С вами Стив Про, и сегодня я вам покажу мод, добавляющий посохи в наш любимый Майнкрафт. Но перед тем, как начать обзор данного мода, я хочу сказать, что в описании сейчас находится промокод, позволяющий вам заказать у меня пиар всего лишь за 30 рублей. Чтобы активировать данный код, вам понадобится просто написать мне ВКонтакте, что вы хотите заказать пиар, и написать этот самый код. После чего, друзья, вы правда сможете заказать пиар всего лишь за 30 рублей. Заметьте, пиар только вашего канала. Ну а теперь переходим к обзору мода. Что ж, данный мод добавляет аж 8 посохов, которые вы сможете использовать в вашем мире Майнкрафта. Но, друзья, я не разобрался с данным модом и, к сожалению, я не знаю, как его использовать. Ну, может быть, что-то у меня. Вы его, конечно, сможете сами проверить и, если что, написать в комментарии. Но смотрите, что происходит. К примеру, есть посох иссушителя. Если я его возьму и просто тыкну по блоку, ничего не произойдет. Даже если я найду какого-нибудь моба, давайте поищем, посмотрим. Вот, друзья, на горизонте я вижу овечку. И смотрите. Все равно ничего не происходит, довольно странная вещь творится в этом моде. Также, друзья, если я даже ударю драконовым посохом, тоже ничего не произойдет. Не знаю, с чем это связано, может быть, у меня что-то работает не так. Но, друзья, сейчас мы просто посмотрим, какие есть посохи в этом моде. Есть также огненный посох, выглядит замечательно и очень красиво. Особенно этот эффект переливающий, он просто замечательно. Он придает такой, как бы, блестящий вид нашему предмету. Дальше у нас идет, друзья, эндер посох, и он тоже замечательный. А также на конце этого посоха размещен эндерглаз. Друзья, зимний посох, ничего необычного, простой обычный посох. Эксплосион, друзья, довольно классный и вот такой как бы наполовину огненный эффективный посох. Шалкер посох, друзья. Как понимаете, этот посох относится к шалкеру. Ну и выглядит сам посох довольно красиво. И, как понимаю, он, наверное, придает эффект невесомости. Но испробовать эти посохи, к сожалению, мы не можем. Я и вправду не знаю, с чем это связано. Но, друзья, скачать данный мод вы можете, перейдя в описание под данным видеороликом. А также не забывайте про промокод. Ну и, собственно, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал.